Наступает сезон гриппа, простуд, насморка. И совершенно недавно я узнал такой интересный метод предупреждения разного рода насморков, простуд и прочего. Значит, он заключается в следующем. Допустим, вы там были на каких-то там занятиях, там, допустим, в школе, на работе, в транспорте проехали. Моете руки. Видите, моете руки. И, значит, что делаете? Намыливаете мизинчики себе. Можно один, можно другой. И эти мизинчики, опа! Мыльной водой здесь промываете. То есть то, что там у вас было, мыло это щелочь, не любят. Потом можете вот так промыть. И все. Можете даже умыться заодно. Вот такая простая профилактика простуд. То есть пальчиком, мизинчиком смазали мылом. Мыло можно использовать любое. Чем проще, тем лучше. Самое лучшее будет хозяйственное. Опачки, смазали, потом промыли, просморкались. Все, прекрасная профилактика от простудных заболеваний, связанных с носом. Пользуйтесь.